перезаложенную многократно вот это уже современные формы. Просто тупо складывают камушки и говорят, что это терраса. Подойдем к одному из интересных мест. А вот перед нами в Хатусе мы с вами находимся, древний карьер. Вот здесь якобы была, нам рассказывают, что здесь была стена крепостная, вот из этих самых коровьих лепешек. А вот с противоположной стороны площадка. Вот именно к этой площадке вот сейчас мы с вами и все друзья. Идем окольными тропками, бараньими, как говорится. Иногда в прямом смысле козьими. Ага, вот она, вот она. Вот до нее я хотел дойти. Хорошо, что я все-таки сюда пришел. Так, вот современная стеночка. Вот это мы до сих пор используем тот же принцип. Забутовку на растворе. Нам и говорят, так это дешево, мне объясняют. Вы не понимаете? Древние не умели экономить, пишет человек. И то, что древние, поэтому они и делали, ну, поэтому они делали такие шедевры. Только, как у Высоцкого, гадость пьют от экономии. Хоть поутру да на свои. Итак, поднимаемся. Так и здесь. Мы лепим из экономии, хоть поутру да на свои. Ох ты, ребята. Ох ты, какая красота. Ох ты. Ох ты. Вы тоже это видите, да? Похоже, все-таки я, наверное, погорячился, назвав это карьером. Здесь формы. Здесь что-то крепилось. Здесь что-то устанавливалось. Здесь площадка опять, как в Хатусе. Толстенные стены, маленькие комнатки. Толстые стены, маленькие комнаты. Повсеместно. Да. Что они здесь делали? Что здесь могло быть? С какой целью здесь ставить вот такие стены? Даже внутренние стены оставляли вот именно такими. Вы понимаете, что это сейчас выборка породы? Ой, какая красота! Слушайте, полюбуйтесь Хатусой, полюбуйтесь этим регионом. Он, конечно, очень красивый, но бесконечно далеко от моря. В такой глуши. Добраться сюда дорого, утомительно. Ну, не сутки, но полдня, 12 часов. Ну, на машине, конечно, чуть быстрее. Ну, а так, 12 часов ехать. Такое впечатление, что этот камень был ровным и отвалился туда. Я уже ничему не удивлюсь. Вот здесь что-то выборка. Что это здесь было? Сяду на доантичный пенек, съем доантичный пирожок. А, красота какая. Смотрите. Чудо просто. Мы не знаем. Это титаны. Это их наследие. Если уж колонна, понимаете, то только такая. Как будто это растет дерево. Если форма немножко задохнулся, извините, кашляю. Есть у меня такие, которые пишут, хватит кашлять, не мог смотреть, потому что кашлял. Кашлял, кашлял. Ну, ребят, ну, блин, ну, бывает. Вот воздух, знаете, где-то холодный, где-то пыль, где-то, как сейчас, вот немножко интенсивно взобрался. Так, с противоположной стороны такой же пенек. У нас есть здесь есть пенек. Здесь есть пенек. Ну, мы ничего не установим, потому что, вероятнее всего, здесь было сооружение, которое разнесли. Реально просто раскиданы. Мы даже не знаем, вот эти камни повсюду валяются. Тут мы реально не знаем, откуда оно. Здесь нет. Я не могу установить ступени, например. То есть не могу вам сказать, насколько это были, размеры какие были. Потому что вот мы встречаем просто высоту вот в пределах метра, вот все такое. Вот метр площадка. То есть маленьких каких-то форм, привычных нам, мы не находим. Так, здесь есть какие-то ступени? Вот спрашивается, вот что это? Спуска здесь нет. Выборка вот такая вот есть. Выборка идет у нас вокруг вот этого камня. Цель этой выборки. Вот какой? Вот цель. Реально, какова цель вот этого действия? Очень трудно сказать, какая цель. Спуститься здесь, подъема сюда нет. Ступеней сюда я не вижу. Либо они были какие-то другие. Вот так вот выборку. Что значит провести, выровнять вот такую площадку? Ну что? Или что значит вот сделать вот небольшой
вот такой вот, вот так вот выбрать породу. Это же не просто так, это же не шуточно. Такое впечатление, что все вот это были скалы, которые рассыпались, которые просто упали. Там почему такая форма интересная у скалы? Вон, видите, какая прекрасная форма. Да, но это рукотворное все. И это вот рукотворное все. Они что, пытались вот этот камень взять, добыть? Не могу сказать. Здесь вот что-то выбрано. Опять мягкое закругление, доантичное, титаническое. Будем называть ее. Титанический способ или титанические формы. Спускаюсь только здесь, потому что подъема сюда как такового нет. А раз нет никакого подъема, значит, версии у нас может быть предположение, что он был уничтожен. Больше, ну как еще объяснить? Взбирались как попало, а потом что-то здесь делали, совершали. Все-таки сомневаюсь, что это внутри города. Считается же, что это у нас город. Мы называем такие места городами, хотя, может быть, это было что-то иное. Она вообще, порода у этой скалы такая специфическая. Как будто камень скрепили в растворе. Как будто вот даже заливался он. Ха. Любопытно. Вот он. Видите, какой мелкий? Да. Прям конгломерат-то какой интересный. Вот он сейчас сыпался. Одни... Не... Тебе богу согрешишь, подумаешь, не искусственные ли это какие-то формы. Угу. Вот наша выбор. О, как интересно. Вот это да, пойдемте туда. Итак, мы по порядочку идем с вами. Вы, я надеюсь, что, друзья мои, вы оставите нормальные комментарии. Я имею в виду содержательный, да, если нечего сказать, конечно, я не требую ни в коем случае говорить, но если вам есть поделиться у вас мысли, потому что коллективный разум такая штука, она выдает нам очень интересные вещи, что это было. Ну, понятно, что первая версия будет, что здесь стояло оборудование, потому что то, мы то же самое применяем, ту же версию к северо, к южноамериканским, извините, не к североамериканским, а к южноамериканским, к южноамериканской мегалитике. Ага. Вот так, вот так, вот так. Вот все, у нас все понятно. Все понятно, поняли, да? Вам все понятно, все понятно. Пошли дальше, как хорошие учителя. Кто? Всем понятно? Все покивали. Даже кто не понял, не хочется же дураком. Мне непонятно, я не знаю, о чем речь идет. Мы сейчас с вами идем к одному из входов в Хатусу. Не львиные ворота, они будут дальше. Я надеюсь, мне сегодня удастся до них дойти. Об этом уже в следующей части, потому что я делю с вам секционно. Вы знаете, вот, кстати, это она издалека. Это... Я делю фрагментами. Почему? Ну, моя позиция такая, что знания, они немножко должны отлежаться. Вероятнее всего, вот этот кусок, вот он ровный. И он такой со ступеньками, вероятнее всего, он откуда-то оттуда слетел. Но чтобы его слетел, это надо сильно постараться. Да, долбили страшно. Бедные, бедные титаны. Отдали человечество в лапы этих насильников, кровопийц. Олимпийских богов. Которые из серии ни себе, ни людям. До встречи на канале Забытые Руины. Подписывайтесь, добавляйте. Можете даже донатить, ребят. Буду благодарен, потому что путешествия штук дорогостоящие. Такие места забираться, это не просто так. Не всегда это бывает легко.